Попробую продолжить вопрос Влада с точки зрения немножко другой. Мы в этой работе находимся каждый день, и вот это ощущение, как будто мы поднимаемся на гору, и мы достигаем вершины. Что это означает? Что мы приходим вдруг, неожиданно, что мы не будем готовы? Как это происходит? Да, обычно так это происходит. Это приходит к человеку без всякого ощущения подготовки с его стороны. И вдруг это появляется. Да. Но смысл того, что вся десятка чувствует вместе это изменение? Не обязательно вместе. Каждый раскрывает это в мере того состояния, в котором он находится. Не обязательно это раскрывается всей группе вместе, потому что все еще в таких случаях десятка еще не существует как десятка. Она существует, но не в нашем ощущении. Мы еще не готовы постичь 10 как единое целое.